29К – самоходная зенитная установка третьего ранга СССР. На первый взгляд неказистая и беззащитная даже перед винтовочным калибром. Еще и пушка коротковата по сравнению с тем же немецким флагом. Хотя бы боевой рейтинг небольшой, и на том спасибо. Однако не дайте этой машине себя обмануть. У нее есть пара козырей в рукаве. Во-первых, проходимость. 29К базируется на трехосном шасси грузовика Яг-10. Окопы, грязь, холмистая местность – все это для маленькой зенитки не проблема. Во-вторых, орудие. На своем боевом рейтинге, да еще и с калибром 76 мм, оно пробивает 124 мм брони с 500 метров. На такой дистанции самоходки не страшны ни КВ, ни Джамбо, ни кто-либо другой. Добавим, что перезарядка занимает всего 5 секунд. Боитесь? Правильно делаете. Внимательный игрок тут же поправит нас. Но ведь пушка и почти весь экипаж находятся на открытой позиции и первыми попадают под удар. Все так. Но если грамотно ставить машину, то выживут мехвод и радист. Тогда у вас будет шанс перегруппироваться и отомстить. Хорошо. У аппарата медленно вращается орудие, он не быстрый, и углы наводки тоже оставляют желать лучшего. Мы уж не говорим о том, что с фугасных снарядов самолеты получится сбить разве что в упор. Но это не должно вас отталкивать. 29К – охотник на наземную технику. У этой самоходки орудие лучше, чем у Т-34 или КВ. В снарядах больше взрывчатки, у орудия отличная баллистика. С этой пушкой можно нанести много мгновенного урона. Заинтересовались? Отлично! Вот несколько простых правил, которые помогут вам побеждать. Первое. Не играйте на передовой. С вашей маневренностью и скоростью у вас это вряд ли получится. Да и нечего впереди делать самоходке, которая разваливается на части после первого пулеметного залпа. Найдите себе укромное место с хорошим обзором, развернитесь, чтобы кабина грузовика не мешала стрелять, а затем непрерывно мониторьте поле боя в поисках целей. Также помните, что кабина всегда должна быть спрятана. И не только потому, что два живых члена экипажа вам явно не помешают. Под кабиной находится двигатель, который легко взрывается от прямого попадания. Будет очень обидно. Нет информации по карте? Едете почти вслепую? Тогда не летите сломя голову. Разверните машину, наведите орудие в сторону врага и езжайте задом. Да, это медленно, зато у вас будет возможность стрелять сразу, как только вы увидите противника. И последнее. Бойтесь артиллерии. Догоняй! Сейчас догоню, догоню. Сейчас не гоню. Ну куда же ты январь желтый лепишь? Правее. Правее. Правее от вас или правее от меня? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не налево, что ли, идти? Я так мы к полуночи не управимся. Жарко? Жарко. Я не тебе. Очень. А вы хитрые, да? Решили отпраздновать Новый год на пляже? Нет! Да. Нет. Ну, на этот раз мы решили отправиться к июлю. Ну, можем в гости к октябрю наведаться.